Привет, Саша. Привет. Сегодня мы с Сашей захотели сделать пиццу. Да, дочь? Какую мы захотели сделать пиццу? Сашину любимую? Да, с ветчиной. Мы подготовили тесто. Он, Саша, волшебной палочкой взмахнула. И у нас приготовилось тесто. И вот наши ингредиенты. Сейчас мы будем нашу пиццу формировать. Да? Сашулик. Саша будет мне в этом помогать. Сначала мы должны намазать соусом наше тесто. Вот оно. Да, он у нас подготовленный уже. Сейчас мы будем... Сашенька, давай аккуратно. Вот, умница. Надо размазывать теперь правильно. Молодец. Правильно. Еще. Саша у нас профессионал по пиццам. Так. Ну, я думаю, достаточно. Сейчас надо это все равномерно растереть. Давай мы с тобой попробуем вместе это сделать. Вот так. Ровненько-ровненько, чтобы у нас получилось. Растираем. Краешки хорошо должны у нас пройти. Так. Вот сейчас Саша уже намазала всю пиццу специально подготовленным соусом для пиццы. Вкусно будет. И сейчас будем ложить ингредиенты. Так, вот у нас колбаска, ветчина. Давай, Сашенька, будем... Аккуратненько ложечку эту давай уберем. Уберем, она нам больше не понадобится. Сейчас и равномерненько мы распределяем нашу ветчину по тесту, чтобы все было аккуратно и равномерно. Вот так. Вот Саша сама. Сама она. Раскладывает нашу колбаску. Молодец. Только мы должны ее распределить по всей пицце. По всему тесту. Всю-всю выкладывай. Да, всю-всю выкладывай с тарелочки. Аккуратно. Будет вкусно, конечно. Сашенька вот какая молодец, готовит пиццу. Все, хватит. Хватит? Ну, надо всю-всю колбаску выложить. Разложили нашу ветчину. Лучок. А теперь Саша раскладывает грибочки. Давай поближе. Ровненько, ровненько. Также все-все-все грибочки выкладываем. Аккуратно. Выкладывай, выкладывай. Кто там стучит? Выкладывай, выкладывай. Выкладываем грибочки аккуратненько. Саша готовит. Умница. Все-все-все грибочки выкладываем. А давай мы вот так вот сделаем. Давай вот так вот. Раз. Мама поможет Сашеньке распределить. Вот так. Вот так. Вот умница. И мы сейчас все аккуратненько их распределим равномерно. По всей нашей пицце. Грибочки ровненько-ровненько распределяем. Положили ветчину, лучок, положили грибочки, помидор, посыпали, да, помазали снова специальным соусом для пиццы, который Саша сама приготовила. И посыпали сверху сыром. Сейчас мы все это поставим в нашу разогретую духовку. И будем ждать. Давай, Саша, ставим духовку нашу пиццу. Вот духовка. Осторожно, осторожно. Сейчас мама сама поставит нашу пиццу. Нашу духовку, ножки аккуратно. Вот так, подожди, подожди, Сашенька, не закрывай пока. Вот так мы ставим нашу пиццу, закрывай. Закрываем ручки аккуратно.
Все, и ждем 20-25 минут, пока наша пицца приготовится. Наша пицца готова. Мы сейчас ее вытащим. Вот такая вот она у нас получилась. Она еще горячая. Ручками трогать нельзя. Мы подождем, когда она остынет. Саша, подождем, пока наша пицца остынет. Она, конечно, у нас получилась не совсем обычного, а необычной формы для нашей пиццы. Но я думаю, она вкусная будет. Да, Саша? Да. Так, ну вот, наконец-то наша пицца остыла, и Саша уже снимает пробу. Ну что, вкусно? Класс! Испекли мы пиццу, любимую Сашину, с ветчиной. Саша пробует. Ну что, пока будет Саша кушать пиццу, а в следующий раз мы что-нибудь еще придумаем. Испечем что-нибудь еще вкусненькое. Да, Сашенька? Ну что? Аккуратно, сейчас упадет. Пока-пока!